Давно мечтали попробовать настоящий индийский чай или рис, прикоснуться к натуральному шелку? Значит, вам необходимо посетить выставку индийских производителей в МТВ-центре. Ковры, мебель, ювелирные украшения ручной работы вы не найдете ни в одном магазине города. Люди здесь приезжают действительно не только покупать товар, они хотят чувствовать Индию. Это любовь к Индии, которая есть между Россией и Индией. Это, можно сказать, рай для женщины. Женщина, если один раз пришла, она не уйдет. И что самое главное, здесь торговаться можно. Торговаться можно и нужно. Большинство продукции на выставке из первых рук. Конечная цена товара зависит от вашего обаяния и умения вести переговоры. Пожалуйста, приходите. Очень поднимается настроение. Даже от такой мелочи, вот купить браслетик за 50 рублей или нарисовать мех Индии, чувствуешь себя в какой-то азиатской стране или в Индии. Первая национальная индийская выставка в Чебоксарах продолжается. Больше 1000 экзотических изделий из 22 штатов Индии расположились под одной крышей. Это неплохой результат сотрудничества Чувашии и Индии. Надо отдать должное коллегам из Индии. Они активно продвигают свою культуру, свою продукцию в другие страны мира. И в этом нам надо у них еще и поучиться. Традиционная одежда индийских женщин и мужчин, аксессуары, натуральный шелк и самые неожиданные кухонные приборы. Картошка-то посмотри, вот так. Это капуста, посмотри. Это Chinese flour noodles burger салат. Это капуста, посмотри, вот так. Это капуста, посмотри. На выставке продажи индийских товаров наглядность на первом месте. Здесь можно трогать, нюхать, пробовать и примерять на себя. Настоящая индийская сказка продолжается в МТВ-центре на 5-м этаже. Вы еще успеете купить экзотические товары из Индии и нанести на свое тело вот такой рисунок хной. Окунуться в удивительный и загадочный мир вы еще успеете. Распродажа индийских товаров в Чебоксарах завершится 6 октября.